Грузино-израильский врач. В Тбилиси сегодня прошла церемония награждения за вклад в медицину Габи Элашвили. Ему присвоено звание профессора Ассоциации оториноларингологов. Элашвили – один из ведущих специалистов как Израиля, так и Грузии. На протяжении 30 лет работал военным врачом. Помимо прочего, он является представителем Всемирного конгресса евреев Грузии. На сегодняшнем торжественном мероприятии присутствовали представители медицинских кругов, а также посол Израиля в Тбилиси. Габи Элашвили, который давно уехал в Израиль на постоянное место жительства, является одним из лучших докторов Израиля и Грузии. Он одним из лучших оториноларингологов является. Он делает очень много операций, и не только на этом фронте. И вот долгие годы он занимался благотворительностью. Он часто приезжал в Грузию и делал именно как благотворитель операции всем желающим. И очень интересно прошло сегодня, наши операции. Много присутствовали их врачи. И завтра тоже у нас запланировано 3 операции. Так что они тоже удивляются. Так что все благополучно проходит. И я очень благодарю вам.